Здравствуйте, дорогие друзья! Из этого видео вы узнаете, как найти справочную информацию по поиску в Google, которая пригодится для быстрого поиска в интернет. О том, что это не совсем просто, вы сами убедитесь через несколько секунд. Справочная система по поиску в Google очень обширная, разветвленная, но для быстрого поиска нам нужно найти всего 4 страницы. Это справочный центр веб-поиск, как пользоваться поиском в Google, Пунктуация, символы и операторы поиска и расширенный поиск. На главной странице Google непонятно, где искать справочную систему. Попробуем найти ее в разделе ⁇ Все о Google ⁇ Очень интересный раздел ⁇ Все о Google ⁇ но справки в нем нет. Поэтому возвращаемся на главную страницу и пытаемся найти справку в других местах. Будем искать справку в разделе ⁇ Сервисы Google ⁇⁇ Поиск ⁇ но это оказывается тоже безрезультатно. Для того, чтобы найти справку, необходимо нажать на кнопочку «Еще», затем «Другие сервисы Google» и теперь уже нажать на, на кнопку «Веб-поиск». Но если вы думаете, что мы достигли своей цели, то вы глубоко ошибаетесь. Рано нам радоваться. Здесь мы обнаруживаем фильм о поиске, но в нем мало полезного для быстрого поиска с Google. Вы можете скачать этот фильм, он на английском языке, но титры русские. Но, как я уже сказал, для быстрого поиска здесь мало чего интересного. Поэтому будем дальше искать необходимые нам страницы. Для этого нажимаем на слово «Справка» и попадаем в справочный центр «Веб-поиск». Но в нем тоже не все так просто. Для того, чтобы найти страницу «Как пользоваться Google», надо зайти во вкладку «Основные сведения». Здесь мы наконец-то находим две из интересующих нас страниц. Как пользоваться поиском в Google. И пунктуация, символы и операторы поиска. Ура! Осталось найти только одну страницу ⁇ Расширенный поиск ⁇ Она находится в соседнем разделе ⁇ Функции поиска ⁇ Итак, теперь вы знаете, какие разделы справочной системы Google. Необходимый для быстрого поиска информации. Более подробно мы познакомимся с ними в следующих видео лекциях. Где и как можно будет ознакомиться с курсом? Курс будет размещен на ресурсе Udemy.com. Для того, чтобы получить доступ к нему, необходимо будет зарегистрироваться на сайте Udemy.com, либо вновь зарегистрироваться, либо войти на сайт с помощью аккаунта Google или Facebook. В настоящее время есть только структура курса. Материал будет добавляться по мере подготовки. Поэтому приглашаю вас на ресурс udemy.com для регистрации и своевременного получения информации о новых материалах.